Да прибудет с нами сила, друзья. Она нам понадобится. Все-таки все очень-очень сложно в эти времена. Так, забираем деньги. Здесь забираем деньги. Здесь надо нападать. Ай, блин, я надеюсь, ты не сольешь никого, братан. Ой, как я надеюсь. Ой, хорошо, ты и так слил мне один отряд. Так, ну тут вампиры. Тут мы должны пройтись легко. Сейчас должны позабирать все это. И жить долго и счастливо. По найму, что может нанять тебе? О, я тут могу латернскую стражу нанять. Кстати говоря, ну так. О птичках, если разговаривать. Правда, без щитов, но ничего. Потянет. Потянем, потянем. Блин, опять ты не дотягиваешь. А, у меня ж он... Все нормально. Ты должен дотянуться. Так, тут гарнизон еще. Такой нормальный тоже. С артой. Ты опять не дотягиваешься. Да что ж такое, мне не прет так. Что ж мне так не прет, ребят? Вот именно в прохождении за вот этих высших эльфов не прет и все. Давай, торговлю улучшай, мне доходы нужны. Так, давайте строим обязательно золото. 1200, а там у нас сколько дает? 900, нормально, на 3 сотни. Пора вылазить из долгов. Кредитов. Так, а кстати, может давайте вот этот вот тотемчик заберем. Давайте, в море. Что он даст? Эффективность, давайте, на поле боя. Постоянная способность, неистовство. Ну и все, и возвращаемся в город. Поплавали чуть, хватит. Поплавали и домой. Давайте строить здесь. На порядок начнем. Скавины, скавины. Мерзавцы скавины. И скверно, смотрите, как скавинская тут, да? Устойчиво держится. Так, вот эти скавины уже бы нападали бы. Я бы вас разбил бы. Хотя тут гарнизон такой слабенький, могу и не разбить на самом деле. Там еще мы не укрепились. О, нужно порт прокачать. Еще 4 сотни. Стоит, блин, бешеных денег, но оно того стоит. Все того стоит. Можно будет, кстати, им потом тут напасть, потом с моря просто взять и... Че? Кости павших. Может, деньги дадут. Хоть. Хотя бы. Хотя нет, наверное, заберу и вернусь в город. Может, еще вот этот заберу. По пути. Если денег дадут, почему бы и нет. Давайте деньги. Я деньгами возьму. Так. Ну все, что тут рассматривать-то? Осколки нашей империи. Конец хода надо жать. Главное, чтобы вот эта армия сейчас не спряталась за стену. Но не хочется штурмовать. Блин, там просто новая особенность. Стоимость найма минус 5%. Нормально. Несколько ходов в режиме набора войск. Но он не подряд. Ну, по всей видимости, это засчитывается, если... Несколько раз нанимал. Клан Морс, он слабее нас, на самом деле, показан сейчас. А, кстати, надо же поговорить с Крокгар... Ой, отлично, они прыгают. Не сливай только никого, братан. Нормально, отлично. Восполняй потери. Его армия пыталась прыгнуть. Ништяк. Так можно. Пираты с Артозы, какой у них значочек тут классный. Мне нравится он. Так, гномы, они подлые, они могут предать нас, да? Поэтому, если что, насильно на гномов не надеемся, так. На такую особо сильную помощь тоже. Не стоит надеяться.
с их стороны. Так, они отлично начинают штурм. Но тут я отобьюсь. Я тут уверен, что отобьюсь. Я не уверен, что в этом моем алмазном городе горном первого уровня, что я смогу отбиться. Вот там могу не отбиться. Вот там может быть все плохо. Там зависит от того, что как скавины соберут себе шайку. Тут он в основном сцинки их, даже лучники мои перебьют в рукопашку. Так, снимаем их всех со стен. Вперед. Тут, в принципе, лучников у меня столько, что я могу их на самом деле подряд вот так вот не заниматься. Просто поставить и все. Тен-тен-тен-тен. И даже больше эффекта было бы. Так, и копейщики. Здесь вот так вот на всякий случай ставим копейщиков. И один отряд держит ворота. Все. Хотя ворота он не собирается штурмовать. А, герой, герой, герой. Герой вот здесь. Все. Вышку обстреливаем. Обстреливаем вот эту вышку. Обстреливаем вот эту вышку. Обстреливаем вот эту вышку. Ломаем, ломаем вышки. Сейчас она рухнет. Она рухнет. Все, она рухла. Рухнула. Эта вышка тоже сейчас. Давай начинаем обстреливать вот эту. Даже вот эту вот. Ты помоги чуть пообстрелять вот эту вышку. Ай, уже даже... Даже полностью переходи на ее обстрел. Вот как-то так. Все. Наверное, даже, знаете, тут уже обстреливать смысла нету. Завры с копьями эту вышку. Она все равно не рухнет. Поэтому начинай обстреливать он. Кто там идет за спиной. Все, рухнули, отлично. Тут тоже сынков смысла нету ломать. Копейщики, идите сюда. Лучники, идите вот сюда. Здесь сейчас вышка высадится. Иди сюда. Сюда становятся копейщики. Копейщики сюда становятся. Все, лучники вот сюда. Лучники сюда. Вот они как паровозиком становятся. А скавины так-то умничали, а? Так-то они хорошо с лестницами дружили, когда ломали мои города. Все, поднимайся тоже, полководец. Ты здесь понадобишься. Ты здесь понадобишься. И ускоряемся. По сути, здесь особо интересного ждать ничего не стоит. Просто... Ой-ой-ой, тут сынки, смотрите, как поперли. Их просто огромная толпища тут. Расстреляй их. Куда ты идешь? Куда ты идешь, вот я не пойму. Ну развернись боком и стреляй. Ну и все, и стой, стреляй. Че ты, куда ты прешься там? Стой. Все, полководец залез. Начинаем тоже работать. Лучники так много стреляют, на самом деле так мало убивают. В основном вышки тут божат. А ну-ка, пообстреливай вот этих. Да куда ты идешь? Стой и стреляй. Эх, красавцы вы. Вообще редкостные. Че, он площадь что ли хочет захватить? Не, он просто отступает. Не, он хочет площадь захватить, да. Копейщики, блин. Займитесь этими
беспредельщиками. Беспредельщики какие-то. Лучники тоже давайте сюда. Полнейший беспредел творится. Полнейший беспредел. Отступите. И начинайте обстреливать их. Обстреливайте. Все, они сбежали. Держите площадь. От всяких таких бомжов. Недоносков. Все, победа. Продолжаем ускорение. Че? Не терпим. Все. Лучники становятся вот сюда и обстреливают убегающих. Обстреливаем, обстреливаем. Полководца можно не убивать. Все, хватит. Героическая победа. Ну, тут вообще как бы нормальная победа. Логичная победа, я бы сказал бы так. Не героическая, а логическая. Так, потери вообще он 126. 10% потеряли только. Так, берем деньги. Тут мы себе можем позволить взять деньги. Ну, тут понятно, тут мы добьем сейчас этого. Противник погиб в битве. Это мы удачно его поймали. Повреждение стен. Мне тут стены зачем-то ломают. Постоянно. Разбей его. Бери деньги. Серьезно тебе говорю, бери деньги. Так, здесь мы могли вытянуть в прошлый, так сказать, на прошлом ходу вытянуть эту армию просто в открытое поле, чтобы они сражались. Я надеюсь, ты никого не сольешь. Ну, в любом случае, ждать только на следующий ход надо, да? Какой-нибудь феникс тебе нужно. Просто для того, чтобы мог такие вот никчемные штуки быстро добивать. Так, у тебя, в принципе, колесница, она тебе не особо нужна. Ну, я так бы не сказал бы, что тебе нужна колесница эта. Тебе лучше, наверное, заземление, похищение энергии. Сейчас. Сейчас это будет полезнее. Так, здесь... Я могу с моря напасть на него. Но тут он честно говорит, не дотянешься, говорит. Брат, обманывать не хочу, не дотянешься. Так. Груз истинного серебра. Затонувший сундук. Только поторопитесь, да? Ну, давайте в битве. 1500... Урон сквозь доспехи. 1500 нам дали. Вот тут можно будет тоже забрать. Тут вообще, смотрите, сколько. Можно лорда даже нанять и вот сюда послать его. Собирать всякие бонусы. Денежные, мне кажется, должно купить. Затратанные. Не, тут тоже, да, говорят, не возьмешь штурмом. Так, а если я на ускоренном должен дотянуться до вот этого? Счастья. Давай. Снова. Ну давай теперь для компании. Содержание минус 10%. Ой, как смотрите, содержание минус 10%, у меня сразу минус ушел. Вообще шикарно, шикарно. Замечательно. Фу. Урон сквозь доспехи, доспехи, сила оружия. Тут армия просто имбовой становится. Давай, иди сюда. Это не порт, поэтому его трогать не будем. Сейчас мы ту провинцию заберем. И уже будем думать дальше, что делать. Так, ты, братец-хлопец. Давай.
суды, ходы. Скавины тут не полезут. Я почему-то в этом уверен. Он без арты уже никто. Он ничто не сделает. Без арты он ни на что не годен. Так, и строить я могу только в столице, да? Ну а что я могу построить сейчас полезного в столице? Ой, ну, блин, это ерунда. Это тоже на самом деле... Это тоже сейчас, ну, не столь важно. Вот это. Орлов, фениксов, драконов, содержание. Ну, это может быть полезным. Доход от портов. В принципе, ну... Здесь оно есть, но по идее оно стакается, потому что не показано красненьким, да, что есть такое, не нужно строить. Не делай ошибки, хозяин. Ну, давайте построим вот эту дешевую. Пусть хоть... Да, и кстати, Крокгар. Милый мой Крокгар. Наши с тобой почему-то ухудшаются все равно отношения. Ты ж воюешь с кланом Морс. А я воюю с ним тоже. У нас же с тобой все налаживаться должно. Мы же с тобой дружить должны. Трегуев. Зюзю тут, похоже, в этой компании щемят не по-детски. Щемят со всех сторон. Скавин, нападайте, хватит вам уже там набирать армию. Бори, Тори. А, кстати, гномы не собираются идти дальше. Они мне помешали тогда сюда идти развиваться. Но зато я раньше захвачу ресурс ритуала. Раньше он станет моим. Раньше. И будет все в ажуре в мажуре. Главное, чтобы не в мазуте. Так, все, вроде бы у меня есть и деньги, на самом деле, куда построить, что там, да, потратить, может, куда-нибудь, но особой нужды тут нигде нету. Хотя вот тут, блин, беспорядки все равно. Давайте. Доход там не сильно увеличится от этого. Но у меня деньги есть. Как говорится, вложение в перспективу. Так, все. Конец хода. Смотрим. Братец мой, давай, тяни. Если бы ты мог бы мне еще подкинуть ритуальчик. Кстати, Хексуатель, по всей видимости, оборвал ритуал себе. Да, и смотрите, братец-то по землям, по северным-то. Против вот этих Норска, которые, как говорили, были там первые или вторые, да, по силе. Клан Морс нанял, у него сейчас чуть увеличилась сила. Что вы хотите, перемирие, что ли? Ой, елки-палки, я забыл штурмануть же поселение пестиленцев. Да, ну ладно. Ладно. Обидно, досадно, но ладно. И вот там бы как раз бы сейчас, наверное, было бы что построить. Куда вложить. Приспешники хаоса. Где они тут ходят? Приспешники хаоса. У меня вот тут повстанцы ходят. Все, они начинают нападать, да? Боевой отряд уничтожен, поселение в осаде. Ну тут я сниму сейчас осаду. Берем деньги. Как видите, из-за того, что поселение было в осаде, у меня как бы не увеличился доход. То есть дань они все равно платят мне. Даже осада не спасает население от уплаты налогов. Так, здесь вот здесь восстание будет, да, на следующем ходу. I'm ready. Я не сомневался, что ты I'm ready.
Так, давайте, наверное, ты пока здесь разместись, потом разобьешь этих повстанцев. Так, тут мы отбились, тут... Что у него тут? А смотрите, он говорит, что мои разобьют их даже... Так. Ну давайте. Правда, слил собака. Два отряда, но это гарнизонные, ничего страшного. Так можно. Ух ты, Мурате. Красавица моя. Ты уже отправила себе на смену другую, да? Красотку. Ой, этот привел целый стек. Да, пока я за сокровищами ходил, они тут укрепились и начали мне грозить. Не совсем логично, не совсем правильно я поступил. С этим не поспоришь. Это есть такое дело. Нет, ритуал пока не оборвался, нет. Пока все еще идет у них хорошо. У них все тип-топ очень хорошо, это у меня. Все не слава богу пока что. Ну давай. Ну я надеюсь, ты никого не сольешь. Ежик ты лохматый. Доверился в тобою. Ладно, двоих лучников обычных слил. Я бы не расстроился еще так сильно, но одну стражу латернскую, ну так нельзя. Так, захвачена провинция. У меня наконец-таки в плюс вышло. Ненадолго, по всей видимости, но в плюс. Так, местный резерв найма. Так, давай так, делаем... Здесь строим уникальную построечку обязательно. Строим сразу стены. Тоже обязательно. Без этого никак. А здесь я, кстати, могу нанять латернскую стражу, но без щитов. Обычную. Этих нанимать не хочу, потому что они будут два хода строиться и наниматься. Обычную латернскую стражу давайте, наверное, возьмем. Три отряда. Или может лучников взять, а что? В принципе, лучники нужны. В любом случае. Давайте троих лучников возьмем обычных. Без кавалерии. А, тут орел есть еще ж. Давайте возьмем орла. Он, по идее, должен дать возможность штурмовать поселение сразу. Возьмем тебе тогда орла. Это сносим. Это улучшаем. Все. На том так и решаем. Здесь что-то восстание. Я же еще конец хода не нажимал, да? Восстание жду. Так, ну давай. Либо Марате, либо ты уже сюда иди. Подходи по одному. Буду наказывать. По одному. По одному. Все по одному. Так, блин, и дорого на самом деле будет улучшать отношения с нашим Кругаром. 11. Ну давайте, ладно. Улучшим. Попробуем. С ним подружиться и начать торговать. Хотя, как только я проведу ритуал, это будет бессмысленно. Так, давай, великий лучник. Улучшаем тебя дальше. Качаем тебя дальше. У меня полностью будет магия. И все заточено под лучников. Так, вроде бы все, да, в этот раз. Все армии сразились. Все захватилось. Тут прошляпил. Но бывает. А здесь пока что нас ждем всякого добра. Все, конец хода. Здесь, кстати, если восстание сейчас будет, мы его быстро погасим. Денег заберем.
И я вот думаю, отправить его сюда, или, наверное, лучше сюда отправить. Здесь это поселение одно там ничего не сделает, никакой роли особо. А здесь поселение можно будет захватывать одно за другим. И тут провинция даже не целиком у меня будет, если я пойду сейчас на юг. Ай, что ты хочешь? Мирный договор? Нет. Хотя он по силе 12-й, да, там? Я 10-й. Не сильно он мне проигрывает. Да, Зюзю здесь прям мой, как отзюзюли. Отзюзюкали его. Вот там. Это нежить, да? Отжигает. Он у Зюденбурга остался один город. У гномов один город. А нет, это два у них. Так, что такое? Фракция уничтожена. Поселение в осаде. Ну, я думаю, если они в прошлый раз справились, то сейчас тем более. Похоронить, и в этот раз берем деньги. Так. Хотя в этот раз доход как-то увеличился после снятия осады, да? Так, задание получено. Захватить, оккупировать... Прекрасные новости, мой господин. При дворе Феникса все спокойно. Впрочем, одна группировка принцев, которой прислушивается сам король Феникс, возмущена вашим отсутствием. Совет воинов... Так, ну это вроде бы то же самое, да? Мы что-то подобное уже читали. Ну, в принципе, Тлакслу можно взять. А куда... А, она уплыла. А Нарсис уплыла. Провинции... Восстание. Я, наверное, так и сделаю. Я, наверное, все-таки здесь сейчас захвачу вот это поселение, а потом пойду и захвачу вот эти провинции, чтобы была у меня целенькая. Так, прощай, мой друг. Давайте возьмем деньги. Сектор приз на барабане. Честно скажи, достанешь? Говорит, что достанет. Я тебе поверю в этот раз. Я тебе вновь зря поверил, да? Ну, хотя бы могу отступить на свои земли. Но можно же как-то это... Как-то предупреждать, я не знаю. Это ж вполне предсказуемо. Мог бы говорить. Не лезь, не надо там, да? Че ты там? Нормально все будет. Нанимает отряд. Нанимает отряд. Развитие. Жалко, не увеличивает доход в процентах. Как это делается у скавинов. Ой, в скавинов. У лизардменов. Так, площадь. Ну давайте, наверное, общественный порядок здесь начнем улучшать. Убиваем. Восстанавливаем потери. Зато быстро, смотрите, как восполнили потери. Ну давай, сработай все. Меня что, обманули опять? Нет, нормально все. Добиваем. Восстанавливаем. А, нельзя. Ноль пишет. Там у меня герои только покоцанные остались. А героев он не восполняет потери. Так, ну давай, иди сюда. Здесь он скавины с артой. Бегают. О, звездный дракон уже. Конечно, давай звездного дракона. Вот так вот, красавец у тебя какой, смотри. Солидно смотришься на карте. Поверь мне, очень, очень солидно. Так, заземление, шанс магической ошибки уменьшаем. Здесь у нас скоро восстание. Здесь у нас тоже восстание уже. Давай, добей их. Добей и как раз восполни сейчас потери. Вот как я и сказал. За счет этих повстанцев очень хорошо, быстро можно восполнять потери. Так, Великий Орел, давай. Хотя нет, лучше тебе магнат. Чуть торговлю прокачай мне. Прокачай мне торговлю. Прокачай мне полностью. Так, нужно, наверное, готовить армию, чтобы возвращать себе земли. 10, блин, 7 тысяч потратить. Дороговато, конечно. Обойдется все это. Но армия в любом случае нужна, я думаю, да?
Даже несмотря на то, что я опять уйду в минус. Я уйду в минус, да. Но нужна армия. Куда я без армии вообще здесь? Я ничего не смогу. А, кстати, тут же колесницы я могу, да, нанимать. Эх, ну не знаю. Колесницы здесь могут зайти. О, здесь же орлиный коготь можно нанять. Арта, кстати говоря, понадобится. 297. Лучше сначала вот это. Он дешевле по содержанию. Орлиный коготь. Можно даже два орлиных когтя. Отлично. У него будет арта для... Если что, вдруг он отдаст кому-нибудь ее. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Забыл я про это счастливое поселение, которое позволяет строить очень хорошую штуку. Да, вот это поселение бы захватить, мои экономические проблемы бы точно решились. Так, вперед. Вперед. И с песнями. Вперед и с ритуалами, да? Блин, ритуал этот... Что ж вы так, темные эльфы, летите-то с ритуалами? Вперед. Я еще третий не провел, вы скоро четвертый начнете. Мне однозначно нужна будет армия возле столицы, когда я начну ритуал. Прям это железобетонно надо будет устроить. Что, гномы, скорее всего, пойдут сейчас захватывать вот это поселение? Ну, не исключено. Что вы хотите, перемирие, что ли? Размечтались. Такие наивные. Когда выигрывают, значит, давят, да, там... Потом проигрывает, начинает, ну давай помиримся. Ну давай, ну чё тебе, ну давай помиримся. Так, обнаружена засада. Но далеко, нормально. Кстати, она возвращается. Забавная девушка, непостоянная. Так, ну здесь не смей слить никого, молодец. Оккупировать. Восстание, восстание, сплошные восстания. Но я здесь успею, думаю, зайти в этот город. Если что, кстати, тут кавалерию можно нанимать, и тут же особые строения. Стоимость найма здесь дешевая, да, говорят? Кавалерию можно оптом брать. Ой, а тут можно еще и мастера меча сразу же нанимать. Тут очень хорошее поселение. Такое для улучшения. Можно вот этих распустить. На самом деле нанять кого-нибудь посолидней. Ну тут да, кавалерия, смотрите, 620 стоит. Мастера меча. Ну мастера меча два хода нанимаются. Не, на самом деле латернская стража бы. Даже без щитов сейчас хорошо бы зашла. Даже без щитов. Или ладно. Хотя нет, ну что, что я вот это вот. Они будут долго восполнять потери. Они сейчас будут проблематичны. К следующей битве они не успеют восполнить. А здесь у нас есть выбор. Давайте наймем. Но опять же, было бы у меня время, я бы нанял бы, наверное, колесницу одну. Как минимум еще бы мастеров. Но времени нету, поэтому обычную латернскую. Так. Тут колесницы классные есть. Вообще колесницы божественные. Все, нанимай. Тут, по всей видимости... Ой, два стека. Они, короче, она плыла домой, смотрят, ей навстречу подруга плывет. Он говорит, что ты плывешь? Да, что, очканула, что ли? Пойдем вместе сейчас накажем Теклиса. Короче, решили они вместе с парой наказать меня. Давай сюда. А, кстати говоря, орел не позволяет штурмовать сразу. Обидно. Хорошая такая армия, мощная. Единственное, ей не хватает только вот орлиного когтя. Продолжаем осаду. From leader. Leader is needed. Лидер... Тельмаровая.
колесница. Так, а кстати, что здесь по постройкам может... Блин, ну тут на порядок бы, конечно. И стены бы где-нибудь возвести. Ну что снести? Тут все такое классное, прокачанное. Красотища, просто аж глаз радуется. Но здесь на самом деле нужно что-нибудь. Очень нужно, чтобы стены. Следующие тут 5, блин. Это долго будет. Содержание. Может вот это снести, потом если что построю. Давайте, наверное, снесу. Так и быть. Снесем кавалерию. Здесь лучше стены прям вот такие, чтобы никто не прошел. Могу все, что хочешь, да, тут строить. Так, а здесь у нас все хорошо. Никаких восстаний нету. Значит. А, кстати, да. Хотя стоимость строительства здесь не особо нужна, на самом деле. Так, а может быть, вот здесь. Строительством я уже особо не занимаюсь. А, ну тут так, доход, да, уже? А, здесь доход еще нужен. 4000 не хочу пока втюхивать туда. Так, здесь доход от торговли 5%. Ну ладно, пусть пока. Хотя зачастую пишут, да? О, снеси его. Снеси это здание. К чертям его снеси. Не нужно оно тебе. Забудь про него. Забудь его, забудь. Я вот здесь бы сейчас построил бы на рост поселения. Долго он... У него рост нулевой здесь. Почему? Другое. Какой-то эффект у него тут. Ай, блин, он... Он вообще... А, рост минус 15, смотрите. Мне по идее... А, кстати, самоцветы здесь не дают денег напрямую у них. Ресурс как для торговли, да? По идее придется сносить и рост 18 ставить. Иначе это поселение вообще никогда не вырастет. Хотя, блин, ресурс могу ценный очень для торговли. Сейчас доход может резко упасть. Упасть на дно и не встать. Так, давай, иди. Блин, ну тут опасно. Сейчас меня еще перехватит этот мерзавец. Давай хотя бы еще 3 парней. И с такой армией, я думаю, мы уже поборемся с Квиком. Он уже не сможет тут диктовать свои правила. Так, ладно, сейчас я, скорее всего, в минус еще уйду. Поэтому не будем торопить события. События не торопим. Но вихрь нас заставляет их очень сильно торопить. Вот это меня... Я не люблю, когда торопят. Не люблю. А вихрь очень сильно на это нажимает. И если бы можно было бы финальную битву, грубо говоря, там, если противник выполнил ритуал... Финальная битва. Мы выигрываем. Все, у нас есть шанс выполнить свой ритуал, да? Но, насколько я помню, говорили, что если ты проиграл, если вихрь выполнил соперник, все. Ты этот, лузер. Гейм овер, и продолжать игру даже нельзя будет. Нападение. Целых 3 восстания. Так, терзающие когти. Поселение в осаде. Это я осаждаю. Тут... Ой, кстати, а что она сюда приплыла? Она вот здесь могла бы напасть очень серьезно. Прям ударить так, что... Кстати, здесь Низоли высадилась. Так,
Повелители глубин, святилище Сатека. А что тут нужно захватить? Далеко, далеко ты меня требуешь. Охотники кур... Ой-ой-ой. Новая фракция, они захватили поселение. Ха-ха, скавины, лузеры. Им оборвали ритуал. А лучники Ориона воюют, да, с моими? Да. И лучники пришли по их душу. Лучники, я ваши души, да, там, поймаю. Улучшаются отношения у меня с тобой. Еще бы, что ли, вложить денежку в эти улучшения. Так, ну давай, ладно. Подави вот это восстание. Возьми денежку. Блин, я сейчас нанимать не смогу. Ну давай, ладно, пофигу. Ну тут стен у меня совсем нету. Добивай тогда. Добивай. Спас бросок. Нет, не дотягиваешься ты до этого поселения. Чтоб нанять еще. Ну давай, ладно. Пока так. Так, великий лучник, я тебя прокачал. Ну, тебе и так оно, в принципе, было. Мастера меча, стражи феникса, колесницы, сила оружия для орлов, фениксов, драконов. Стоимость найма. Давай стоимость найма тебе вкачаем. Тебе нанимать еще однозначно будем. Тут восстание. Тут строим. Стены тут есть. Если как Марате сюда придет, будет нехорошо. Так, давай. Нападай. Ну тут ты не должен никого слить. И первый, по всей видимости, если кто сольется, то это будет орел. Ну он да, но он такой, этот пернатый слабый. Оккупировать. Они тут недавно совсем заселили это поселение, по всей видимости. Увидимости вообще тут слабо все развито у вас. Давайте рост, наверное, буду строить тогда. Захочу вот это, тоже рост прокачаю. Так, что тебе? Что тебе вкачать бы, брат мой? Лучника. Лучника на всю катушку качаем. Так, тут. Тут строим хутор. Это поселение вообще бичевское у нас. Стражи к сети. На рост смысла нету строить. Другое. То денег не хватает, то опять же. Толку нету. Так, здесь строим стены. Так. Красавица. Я не успею вернуться. А если я нападу? Ради интереса. Подкрепление придет из города? А, ну, в принципе, он должен снести ее на автобой. Давай. Ёшкин-кошкин. Блин, хорошо, что он еще не с щитом слил меня. И хорошо, что здесь очень хорошее поселение. Берем деньги. Ай, что ж так тяжело-то с автобоем с этим? Мне кажется, тут деньги будут. Давайте рискнем. Тут должны быть деньги. Нет. 1500 только. Небоевые потери, содержание. Новое. Все, возвращайся, сейчас тебе нанимать придется. Снова нанимать. Ой, тут скавины, кстати, идут. Но у меня тут гарнизон очень хороший. Там скавины не пройдут. Там ни один скавин не сможет ничего сделать. Пусть только посмотрят в мою сторону. Я от них мокрого места не оставлю. Так.
вообще не знаю, что здесь строить. Блин, можно столько строить и толку от этого вот, это доход не приносит. А что доход приносит, то здесь нету. Вообще нету. Вообще. Товарищ. Можно вот это. Ну давайте, ладно. Все равно место пустует. И вот это попробуем построить. По идее, они стакаются. Не горит синим пламенем. Предупреждение, что толку от этого нету. Сейчас проверим по доходу. Через три хода, да? Ну, доход-то будет уже совсем другой. Все поменяется. Абсолютно все. Ладно, давайте на этом сегодня серию закончим. В следующей серии будет много всего интересного также. Хотя вроде бы уже выравнивается ситуация, но по ритуалу мы отстаем. Очень сильно отстаем. Ну что ж, до следующего видео. Пока-пока.